Если вы меня покинете, я ведь останусь одна совершенно, как дура на этой земле. И что же я буду делать? Клянитесь, что вы меня не бросите. Клянусь. Да, но это такая простая клятва. А поклянитесь мне, что у вас никогда не появится желание бросить меня. Даже если на вас посмотрит самая очаровательная девушка в мире. И в этом клянусь. Смотрите, какой он живый. Как вы знаете, что она очаровательная? Ведь тогда вам надо будет на нее посмотреть. О, Господи, как я несчастна. Вы только начинаете меня любить и уже думаете о других женщинах. Видите, не любимая, что вы даже не посмотрите на эту идиотку. А я думаю, что я вовсе нет. Ага, вы же если вы не посмотрите, а люди такие злые, они вам не расскажут. А я буду думать. Нет, лучше так, будет как раз-то удобнее. А ну-ка сейчас же поклянитесь на меня. Да. Добровольно. Чистосердечно. Да. Что больше никогда ни одна женщина не покажется вам очаровательной. Ну и клянусь.